и я хотела стать японкой. Это была моя мечта. Коничива, коничива. А еще я хотела стать писателем. Но это уже другая история. Однажды я купила билет в один конец до Токио, чтобы, несмотря на внешность, стать мощи-мощи настоящей японкой. Да, я даю уроки французского. Оф! О! О! Извини. О! О! Спасибо. У меня был ученик. Добрый день, Ринри. А потом уроки французского превратились в экскурсии по Токио. Токио, Ринри. Где вечно что-то шло не так. Извини, извини, извини. Хватит извиняться. Извини. Это Амели. Привет. Ты из Бельгии? А что, акцент так заметно? Еще как. Ты не совсем японец. Ты точно не якудза? Я самурай. У меня была работа. Враги, друзья. Японец и европейка — это безнадега. И любовник-японец. Ты прекрасна. Я была счастлива с ним. И без него. Я потерялась в Японии. И благодаря этому полюбила жизнь. Да, быть японкой нелегко.